Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть Deadlight. Тем более, нам вроде как завели оптимизацию. Конечно, я зуб даю, что все равно с оптимизацией будут проблемы, но надеюсь, что хотя бы их хоть немного наладили, и когда я буду бегать, у меня не будет как таком, как в матрице какой-то замедленного действия, потому что именно из-за этого я не смог снять прошлый обзор на эту игру, в которой нам добавили нового выжившего, который звали Кики, который, кстати, в этом обновлении убрали. Теперь, ребят, смотрите, тут был, если кто не в курсе, аниме-персонаж, как новый герой, новая выжившая. А я очень сильно удивился, я люблю аниме, я не фанат, но я люблю аниме, я люблю эту субкультуру, у меня много знакомых. И есть очень реально достойные аниме. Но стоит ли вносить подобных персонажей, которые выглядят как из аниме, в эту игру? Я считаю, это был очень рискованный ход. Потому что, блин, ну как-то немножко не ввязывается тот персонаж, именно ее рисовка и... как ее подали именно в эту игру. Я думаю, нужно делать немножко было бы по-другому. Ну, а в целом, в принципе, я люблю эксперименты, особенно когда они необычные, я даже в жизни такой, я люблю делать какие-то даже подарки такие, о которых человек даже не подозревает, и чем-то вот, которые чем-то, ну, вот они особенные, да, вот то, чего вообще хрен предугадаешь. Например, мне было однажды подарили туалетную бумагу, потому что я чуть не усрался в автобусе, когда ехал с работы. Это правда, и мне не стыдно, я не усрался, ребят, я еле добежал. Ладно, неважно, короче, тема такова, сейчас идем играть за какого-нибудь охотника, кстати, давайте за психа, потому что вроде как изменена его анимация стояния. Не знаю, что это нам даст, но все равно полюбуемся, почему бы все-таки и нет. Так, все, нажал я на психа и нажимаю select. Так, мы появились, мы стоим, что-то здесь изменено, он что-то там качается, окей, мне интересно управление. Ю-ху! Ребят, управление есть, мы теперь не бегим, как сорвиголова, мы теперь не рвемся вообще, хрен пойми куда, не улетаем в космос, мы бежим по земле своими ногами. Это очень и очень хорошо. Единственное, еще бы сюда завести нормальный онлайн и завести бы сюда хотя бы для начала, наверное, все-таки ботов. Я вообще не люблю ботов, но я думаю, в данной игре она бы сейчас не помешала для привлечения внимания игроков, чтобы люди хотя бы хоть как-то играли, если вдруг маленький онлайн. Игра, ребят, сырая. Но, блин, я не вижу, чтобы у меня тут... Кстати, оптимизация вроде сработала, все равно телефон, кстати, нагревается, то есть еще нужно оптимизировать игру. И временами слетает запись из-за этого. Так, ну клеточка... О, давайте я, наверное, сейчас перезайду. Перезайду за персонажа, за которого я смогу прыгнуть над клеткой. Мне интересно вообще, можно ли сейчас туда попасть или нет. Ха, бу-га-га. Окей. Так, давайте теперь побегаем за этого персонажа. Тем более он один из последних. И все хорошо выглядит. Мне нравится. О, слушайте, мы так можем бегать вообще, нас даже самих себя не видеть. Блин, ну мне так хочется кого-то бить. Мне так хочется кого-то треснуть. Мне так хочется, чтобы здесь кто-то появился. Уже нормально поиграть в эту игру. Снять когда-то полноценный уже обзор на эту игру. Релиз. Я не знаю, когда это будет. Игра будет... долго, мне кажется, все-таки развиваться, потому что ребятам тяжело, они набираются опыта. Но я думаю, это будет хороший для них опыт, для того, чтобы они создавали нам не только эту игру, чтобы они сделали ее лучшей, да? Чтобы они создавали и другие какие-то игры. И поэтому, ребят, конечно же, им нужна именно ваша поддержка. Поэтому, если вы хотите, чтобы игра развивалась, скачиваем ее, следим за обновлениями. Так, ладно, давайте прыгаем. Пью-пи! Теперь я хочу просто взять и найти клетку и попытаться все-таки туда запрыгнуть. Вообще, друзья, я бы хотел выбраться за локацию и побегать там немного. Поэтому, если вдруг кто-то из вас нашел метод, как это сделать, то напишите мне об этом в комментарии, я это сделаю. Вы знаете, ребят, наверное, нет ни одной игры, в которой, если есть возможность побегать за локацией, чтобы я этого не сделал. Я, по-моему, бегаю кругами... стоять. Так, а где клетка? С какой стороны? Я уже и забыл эту локацию. Так, ладно, отсюда я прибежал. Давайте, наверное, бегать буду по кругу. По-любому, я думаю, что нарвусь на нашу клетку, которая у нас, походу, здесь пока мест только одна, наверное, да? Еп! И посмотрим вид сверху. Нема никого. Так, ну здесь ворота. Блин, а мне так... Блин, а ворота вообще не открываются никогда. Еп! И нет, не могу я туда вылететь. Еще раз. Еп! И нет, не могу. Так, что у нас здесь? Слушайте, ну,
Хочется за Выжившего. Я еще за Выжившего не поиграл. Надо будет как-то сделать какой-то эфир для того, чтобы вы тоже зашли в игру за маньяка, кто-то один. А я зашел за Выжившего. И вообще, чтобы у нас было несколько Выживших, мне интересно проверить, можем ли мы сейчас, играя за Выживших, чинить генераторы или нет. Ну, в принципе. Да, ребят, все-таки здесь не убрали текстурки, мы, заиграя за маньяка, не можем сюда попасть. Хотя, понимаете, за данного персонажа, если бы мы даже сюда и попали, мы все равно смогли бы выбраться, потому что мы умеем прыгать. Мы умеем прыгать. Как это выглядит. Смотрите, а давайте я вот так еще вот тогда. Еп! И. Слушайте, а знаете, если сделать вот такую замедленную съемку, там одни ноги типа свисают, знаешь, как будто кто-то над тобой там сидит, типа, блин, ну прикольно выглядит, чё? Просто такая тушка. Ой! Вот это он приземлился, извини. Ты свои там бульбушки не сильно повредил. А давайте сюда запрыгну, смогу? О, да! Блин, ну покамись это мой любимый персонаж, потому что за него можно бегать абсолютно везде. Мы можем вообще здесь засесть. Потом такие подсекаем. Бежит такой Выживший. И мы такие бугагашечки. И прям на голову ему присаживаемся именно, и все. Кстати, интересно, если реально прыгнуть на Выжившего, мы ему нанесем урон или нет? Блин, но меня радует то, что уже есть управление, ребят. Бегать мы уже нормально можем. Осталось теперь им придумать систему ударов, потому что я знаю, что я здесь сейчас, по-моему, нет. Для того, чтобы тебе ранить Выжившего, тебе достаточно просто к нему подбежать. Надо им все-таки сделать анимацию удара, чтобы это все взаимодействовало и было более-менее как бы реалистично и эффективно, правильно? Догнать, в принципе, это не проблема. А вот догнать и ударить, и попасть, вот это уже беда. Юп! Пью! Пью-пью-пью! Так, давайте сюда. Ю! Прыгай! Да дай мне выбраться отсюда! Ого, а чё я так отлетел? Прыгай. Кстати, вы заметили, когда я подбегаю к воротам, они как-то меняются... А, это я, типа, свет, все, я понял. Когда маньяки, типа, когда мы убегаем, мы видим свет, значит, это маньяк сзади нас. Все, я понял, к чему это. Блин, но такой тушке придумать джамп, это, конечно, интересно. А чё я с ринга слетел? И вообще было прикольно, если придуманы были еще в будущем. Ну, конечно, до этого далеко, чтобы были режимы, там, где мы можем играть по несколько маньяков и куча Выживших. Но для этого надо очень сильная оптимизация. А игру еще оптимизировать нужно, потому что, ну, телефон греется, ребят, телефон греется. То есть, да, нету тех лагов, которые были до этого, но телефон все равно греется. А у меня телефон не слабый, на минуточку. И мы еще не бегали за нашего мясника. Ну, или как-то так его зовут. Я вообще люблю называть таких персонажей именно мясниками. Я знаю, что нам здесь сделали телепорт, и сейчас я буду телепортироваться. Но я как минимум на это рассчитываю. Или его все-таки убрали? Ну, я не за этот телепорт имею в виду. Я вроде как в прошлый раз, когда пытался снять игру, видел какие-то розовые штучки. В них забегаешь и появляешься в другом месте. Мне кажется, оптимизация была сильно нарушена именно из-за нового Выжившего и из-за этого телепорта. Блин, ну, бегаем хорошо. Единственное, я не знаю, будут ли они еще делать камеру, там, как-то приближать или не приближать. Но пока мы уже хотя бы можем бегать. То есть нет вот этих кругосветных путешествий, это уже круто. Но все равно, на данный момент, мне больше все-таки нравится играть... за нового маньяка, потому что, ну, блин, за него здесь как-то, ну, немножко повеселее все-таки. Друзья, если вам нравится эта игра, обязательно напишите мне об этом в комментарии или в личку, в директ. И я вам отпишусь, и, наверное, снимем отдельный видос, там, где мы будем играть за маньяков, за Выживших. Мне просто интересно, Выжившие могут ли чинить генераторы или нет. И вообще хочу побывать в клетке, посмотреть абсолютно везде и все. Jump.
Ого, слушайте, а мы реально можем, если немного разгоняемся, за него далеко прыгать? А видите, когда мы врезаемся во что-то во время прыжка, то получается мы отлетаем от этого объекта. Вот смотрите, сейчас бегу, нажимаю. Блин, я рано нажал, подождите. Давайте сейчас я с разбегу сделаю. Побежали в ворота. Бежим, 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 бежим и прыгаем. Видите, я прям в клетку отлетаю. А если я туда побегу? Прыгай. Да, отлетаем. А если я здесь внутри прыгну? Не, здесь ничего не происходит. Я просто бьюсь головой и все. А ну-ка, давайте вот так посмотрим. Да, мы просто бьемся. О, вы видели, какой глаз у него? Бью, рожа просто вообще. Мясо, именно мясо. Интересно, а тут будут ловушки, типа, закрываться это все и тому подобное? Ну, хотя бы на некоторое время, да, если вы сюда попали. И прыгай. О, я знаю, что я сделаю. Я знаю, что я сделаю. Я сейчас запрыгну вот сюда. Так, и постараюсь разбегу перепрыгнуть ворота. Может быть, так получится. Ну, типа, я, возможно, выше текстур буду. Я помню, когда-то в какой-то игре так делал, и у меня получилось. Блин, чуть-чуть не хватило. Давайте еще раз попробую. Тут туман какой-то, кстати. Так, давай, попадай. Прыгай. Попал, хорошо. Так, теперь сюда по максималочке. И еще можно. Все, наверное, вот так. Не, давай еще чуть-чуть. Еще. Че ты прыгаешь? А, я упал, окей. Так, все, отсюда сейчас буду набирать разгон. Прыгай! Блин, не, текстуры все-таки есть, мы не можем перепрыгнуть. Ладно, ребят, вы были на канале Экспервит, обязательно пишите мне в комментарии, и обязательно пишите, кто хочет со мной поиграть все-таки в эту игру, немного побегать. Сниму обязательно об этом тоже видос. Ну, блин, на канале Экспервит, всем спасибо и пока-пока.